всем. Меня зовут Жаклин Лекро. Меня зовут Сальвадор Слизнерт. Это мой друг Филипп Ебанов. Серьезно? Не поспоришь. Жаклин, не разговаривай ты. Руф Мелинай, дружище, я, может, тихо слышу, а ты будешь что-то разговаривать? Тебе нужно зайти в настройки. Руф? Она при мне пол сменила. Руф, настройся на разговор. Это магический мир, Филипп, привыкай. В Хогвартсе все возможно. Да, привет. Привет. Привет, Руф. Привет. У тебя это он или она? Саня, а как ты будешь шляпе? Это он, Руф. Ты пацан, Руф. Дружище. Или вообще что-то среднее. Как же ты так? О боже мой. Произошел ужасный инцидент. Мне прокляли. Понятно. Девушка. Руф, смотри, сначала нажимаешь кнопку, потом говоришь, значит, съедаются первые слова. Погнали к шляпе! Побежали! Блин, какой красивый город. Ой, город? О, Филипп, ты тут, все нормально. А где Руф? Да, где Руф? Эй! Руф, дружище, мы уже пошли к шляпе. У меня все зависло. О, бывает. Подождите, друзья! Жаклин, бежим, мы опоздаем. Я бегу. Филипп, погнали! О! О, господи мой! Моя астма! Капец! Ел лекарство? Я догоню. Сколько тут этажей? Трудно. Давай. Сальвадор, давай вперед. Астма. Может быть там жаба, и она сделана из шоколада. А кто придумал разместить Хогвартс 40 пролетов вверх? Стоп. Филипп, что случилось? Что случилось, Филипп? Паркур! Вау! Не прыгай, Филипп! Тебя ждет длинная, долгая жизнь сильного мага. Я это вижу. У меня есть талант видеть в людях это. Да ладно, прыгни. Эй! Руф, ты явно не Хог, не Гриффиндорец. Я чувствую это. У меня талант. У нас 10 минут, чтобы нам назначили факультет и пойти на первые уроки. Кто эти люди? Это, кажется, Дамблдор. Профессор Дамблдор, я столько о вас слышал. Очень приятно познакомиться с вами. Ребята. Нет, это не настоящий. Это не настоящий Дамблдор. А это кто? Это Донат Услуги, знаменитый маг. Тут это можно обрести силу. Спасибо, Филипп, за разъяснение. Мы справимся. У этого мистера Доната. А где, собственно, куда, собственно, нам идти? Добро пожаловать в большой зал. О, боже мой, я никогда не ожидал увидеть этот зал по-настоящему. Только в своих снах. Руф, ты в порядке? Да, что? Извини, у меня иногда бывают видения. Ну, ребята, я первый. Пожелайте мне удачи. Удачи. Шляпа, шляпа, ты скажи мне, кем я стану в этой жизни? А, все ясно. Ну, конечно. Решено. Гриффиндор! Гриффиндор! Кто следующий? Поздравляю. А что делать дальше? А! Ребята! О, боже мой, они сразу переместили меня к себе. Блин, здравствуйте. О, боже мой. Приветствую.
Меня зовут Сальвадор Шлижнахт. Я дико извиняюсь, но согласно правилам фамилии и имена известных персонажей и личностей нельзя использовать. Пожалуйста, поменяйте фамилию. О, да, конечно. Слизморф. Ну, даже слегка видоизмененные. Такой пунктик тоже есть. Ну, просто поменяйте фамилию в корне прям. Как ой, блядь, уебано. Я понял. О, у тебя Шериф. Тоже фамилия не годится, меняй. Дружище, привет. Мы с ним познакомились, пока плыли сюда. Ясно, я понял. Могу я вернуться в свой, пожалуйста, в покой? Ай, Филипп Иванов. Ладно, пойдем. Слен... Чего Слентот? Слентот. Ладно, пойдет, давайте. Благодарю. До свидания, уважаемый. О, боже мой. Жаклин! Не убивай меня! Жаклин, о, привет! О, друзья мои! Натаниэль, ты тоже Гриффиндор? Тоже Гриффиндор. Можно переодеться. Меня заставили сменить имя и фамилию. Почему? Потому что это имя принадлежит знаменитости Слизнохту. А, должен сказать, глава этой школы небольшой зануда. А вы встретились с ним? Да, да, да. Не помню, как его зовут, но он сказал, что моя фамилия слишком известна, и меня будут преследовать люди, если узнают, что я сын Слизнохта. А потому мне пришлось изменить имя на Салис Лентрот. А я Сальвадор, все тот же. Я тогда тебя буду звать Натаниэль Спонж. Нет. Я недоволен такой кличкой. Назад! Я сын Слизнота! Мы не знаем, как ими пользоваться. А что стало с Руфь? Привет, кстати, Мирт Смиттон. Я слышал, что она поступила в Слизерин. Какой ужас, Мирт. Так, а как я выгляжу? Как девочка. С хвостиком? Не бей меня. Не бью. Мирт, тебя не слышно, дружище. А, прошу, прошу. Короче, пацаны, называйте меня, знаете, как его называть меня? Любитель маленьких девочек. Запомнили? А, пойдем отсюда, друзья. Уходим. Забегите в бороду, идите. Начало не очень. Саша, там одна, внизу. Бежим, о боже мой. Как нам найти Руфь? Куда? Нам нужно найти Руфь. Ведь лестница двигается хаотично. Боже мой, этого я не ожидал. Он же нас догонит, идем скорее. Ребята, ребята, ребята. Я нашел указатель в комнату Слизерина. Руфь? Руфь! Руфь! Там попался какой-то очень стрёмный чел. Какой еще чел? Он сказал, называйте меня любителем маленьких девочек. Было ужасно. А все вы получили заклинание? Салли, Жаклин, пойдемте в заклинание получить. Да, у тебя на выходе там было написано получить бесплатное заклинание. Это прям на входе. Подождите, входе вы все втроем Гриффиндор, а я Слизерин? Да. Тяжело быть сегодня. Ну давай, давай я с тобой пойду, Руфь, а вы, ребята, пойдите заклинание бесплатно получите прям на у нас на входе. Там стоит мужичок. Да. Окей. Да, вот этот парень слева. Санс. Из Андертейл. Кто знал, что он тоже в Хогвартсе? А где остальные ребята, к которым мы пришли сюда? Наверное, они пошли в Шлижерин. Тоже получили заклинание. Если я правильно понимаю, они живут здесь? Думаю, да. Ребята? Ребята, это вы? Именно. О, Руфь, ребята! Ух ты, боже, Салли! Натаниэль, у тебя есть люмус? Простите. Как ты использовал люмус, Натаниэль? Правой кнопкой нужно найти заклинание. И нажать Learn Spell. Вы слышали? Что это было? Что это было? Пойдемте посмотрим. Вы слышали? Подождите, мне там нужно голос, найти любовь, но, господи, не оставляйте меня! Пошли! Я не хочу идти на голос в темноте. Ой, не будь занудой. А,
оставляйте меня! Он шепчет. О боже мой, я не знаю, как выучить Люмос! Где вы? Что это за место? Где боже, мы? Нам наверняка сюда нельзя. Что, что мы здесь делаем? Так весело. Почему мы сюда пошли? Мы должны быть на уроках. Веселиться. Ой, не будь занудой. Это по-вашему весело? Не отдых. Вы слышите, как будто бы кто-то шепчется. Кто-то зовет нас. Да. Как будто бы... Куда мы идем? О, мы в темнице. Как славно. Люди, боже мой. Как видишь, урока у вас не будет особо. Помочь? Чтобы я зовут заклинание. Сальвадор, тихо, на самом деле. Тихо, замолчи, кстати. Замолчи, замолчи. О, боже мой. О! Что это? Боже мой, дикая местечко, друзья! Если что вы будете знать об этом... Что это? Черный дым, ребят, черный дым — это враги, белый дым — это свои. Все, все. Кто в Хогвартс делает враги? О боже, тихо, тихо, о боже! Не убили ученика! Стреляет Авада Кедавра! Я пошел отсюда, прощайте, друзья!